93-я серия, участок Мурманск-Магадан, 9-й день пути. В этой серии будет пройден путь 74 километра почти. Сразу хочу сделать небольшое объявление, информацию следующего плана. Аналитика показывает, я просмотрел, у меня есть такая возможность, что время просмотра видео составляет примерно 20 минут. Ну, по разным причинам, у людей нет времени и так далее, и так далее. Есть ли смысл, как вы порекомендуете, посоветуете, делать серии продолжительностью 30 минут? Это, конечно, добавит мне хлопот, но для удобства хотел бы знать ваше мнение. Второе. Иногда на стоянке, на привале я включал видеорегистратор в режиме паркинга. То есть запись шла со скоростью не 30 кадров в секунду, а один кадр в 3 секунды. То есть ускоренная съемка. Потом просматривал. Довольно-таки интересно было смотреть, как все движется, как все... Ну, в динамике все это. Особенно, на мой взгляд, это интересно было на трассе Лена-Колыма, вот там. Но не всегда удавалось вести съемку всю ночь, так как, например, в Якутии очень быстро стекло покрывалось инеем, и ничего не было видно. Как думаете, есть ли смысл такие короткие ролики вставлять? Может быть, отдельно, может быть, привязывать вот к основному видео? Хотелось бы знать ваше мнение. И третий момент. Я буду отвечать на комментарии в паузы, когда на видео, на основной аудиодорожке нет комментариев, чтобы не перебивать ту информацию, которая вот идет из салона автомобиля. Вчера вроде бы ясный день был весь. Вот на эти три вопроса я хотел бы узнать ваше мнение. И потом, может быть, какие-то вопросы отдельно освещать, там имеется в виду по трассе, может быть, что-то новое добавлять. Хотел бы знать ваше мнение. Ну вот пока все.
стоянки. Места отдыха. Мотели. Да, прозевали границу Омской области. Thank you.
сюда. Здесь, чтобы заехать в отель «Уют», нужно проехать немного дальше и развернуться. Потому что сплошная. Вот здесь магазин, столовая в отеле «Уют». Забрал нет. Горячая вытечка. Тюкалинск, по-моему. Или как-то через 40 километров примерно. Дорога, полотно хорошее, разметка, все, но дождь, осадки на дороге, только что видели, забрызгивает стекло. Под Омском поменяю карту памяти. Дорога хорошая.
помню, Тюкалинск или Барабинск сейчас будет. Ну как сейчас? Через 39 километров. Память подводит. Гонка 160. Ну, у меня было оставление 200. Погрешность. Я расстояние не замерял. Так, прикинул на глазок. Только отход слякоть летит в лобовое стекло. На улице 12 тепла. Дождь мелкий. Временами приходит более сильный. Расход бензина как замер на 5,7, так и не движется никуда. Средняя скорость 73. Ну, включены ноги. Ведь обогрев. Там бортовое оборудование все это. Человека.
Сталинец, точно, Барабинс. Дальше будет Барабинс. По трассе с левой стороны. Сейчас Куклавинск. Хороший дождь, уже снова моросит, не подходит. Я смотрю на небо, до горизонта. Такая картина.
придется отставать. Сколько березок погибших. Поднялись до определенной высоты и погибли. Слева и справа. Дорога в сторону Омска. Thank you.
смену. Это открытие заправка Лукойл будет в сторону Омска. Несколько фотографий погибших деревьев. Березы не очень показательны, эффектно, не очень информационно. Thank you.
дадут фотографировать, ладно, сейчас.